Шокирующий брак Иджея Хазыма будет разрушительным для Хазан и всего Игимена. Пока Хазан, Йигас и Синан, ставшие свидетелями невероятной свадьбы, вымещают свое удивление и гнев на разных объектах, разразившийся в особняке апокалипсис является предвестником грядущих бурных дней. Пока Хазан изо всех сил борется, чтобы спасти брата от этого безумия, отношение Идже шокирует как ее сестру, так и ее мать. В то время как Фазилет, осуществившая свою мечту с помощью подписи, подписанной дочерью, внезапно оказывается между двумя дочерьми, реакция, которую она получает от детей Хазима, превосходит ее опасения. Пока доминирующие братья сжигают мосты со своим отцом, каждый идет своей дорогой, в свою бурю. Хазан, не желающая верить в то, что ее брат заключил этот брак с ее собственного согласия, кто бы что ни говорил, осознает, что самостоятельно развязать узел ей не удастся, и рука, которой она тянется с просьбой о помощи, приняла совершенно другой путь. Брак Хазыма и Идже неизбежно нарушает баланс между Йигызом, Хазан и Синан. Реакция на шокирующий брак нарастает волнами, и ситуация для Идже достигает опасной точки. Хазан, с другой стороны, вот-вот окажется в совершенно другой ситуации из-за неожиданной встречи, которая заканчивается Йигызом и Синаном. Новая эра начинается для всех в Фазилет Ханым и ее дочерях. Хазан, внезапно оказавшаяся в центре серьезной конфронтации, теперь узнала, что Синан был архитектором самой унизительной ночи в ее жизни. Хотя всплывшая истина разбивает сердце Хазан, она также очень разрушительна для Синана. Перед Йигызом, который непреднамеренно стал причиной того, что правда стала известна, не одна, а две обломки, и Йигызу приходится собирать обломки. Как бы Хазан ни сопротивлялась, она находит Йигыза у своей постели, корчащегося от душевной боли. В то время как Синан с чувством сожаления и вины решает впервые в жизни поступить правильно, Хазан, охваченная гневом и болью, решает не сражаться, а поддаться боли и впервые убежать. Хазан полна решимости избежать разочарования и пойти своим путем. Однако благодаря неожиданному шагу, предпринятому Йигызом, все дороги ведут к братьям Игимен в Хазан. В то время как Йигыз, Синан и Хазан погружены в собственный хаос, неожиданное событие в особняке вот-вот перевернет все принятые решения, все предпринятые шаги и их планы с ног на голову. Станет ли мужество Фазилет катастрофой для ее дочерей? Пока Синан собирает все свое мужество, чтобы сказать правду, самоубийство Нила переворачивает все с ног на голову. Йигыз и Синан, узнавшие правду и разозлившиеся, вступают в жестокую схватку. Йигыз меняет баланс своим неожиданным шагом. Пока Хазан находится во власти подозрений, Фазилет сталкивается лицом к лицу с совершенно иной правдой об Идже. В то время как беременность Идже ставит Фазилет лицом к лицу с ее самым большим кошмаром, путь, который Фазилет выбирает, чтобы спасти свою дочь, может изменить не только жизнь Идже, но и жизнь семьи Игемен. Пока Исин поддается гневу и совершает непоправимую ошибку, Идже оказывается перед самым трудным выбором в своей жизни. В то же время Хазан приходится расплачиваться за свой выбор. Что Йигыз и Синан получат от цены, которую заплатит Хазан? Достаточно ли руки помощи, протянутой в самый отчаянный час, чтобы изменить судьбу Идже? Станет ли мужество Фазилет, осмелившейся спасти будущее своей дочери, катастрофой как для ее дочерей, так и для Игимена? Нил строит ужасный план Синан, который хочет признаться Хазан в гостиничном номере, поддается своим страхам и не может ничего сказать. Хазан осознает, что Синан убегает от нее, и когда она приходит домой с новыми вопросительными знаками в голове, ее ждет ужасный план Нила. Когда Нил затягивает Синана в ловушку, Хазан и Синан оказываются в ужасном безумии. У Хазима, которого Фазилет обманул насчет Кирими, случился сердечный спазм, из-за которого сердце каждого забилось. Ситуация Хазима заставляет Йигыза через много лет снова жить в особняке. Йигыз, у которого в голове стоят вопросительные знаки относительно своего отца, пытается узнать разрушительную правду. Фазилет хочет отвезти дочерей в особняк, пока Фазилет ищет в особняке улики о Кириме. Она оказывается в центре новых подозрений в отношении Идже и Йигыза. Первая цель Фазилет – жить в особняке со своими дочерьми. Кошмар, пережитый Синаном и Хазан, и смелый шаг Фазилет станут началом новой эры для всех. В то время как кошмар, который они переживают, еще больше связывает Синана и Хазан, правда о гостиничном номере внезапно обрушивается на Йигыза со всей своей жестокостью. Синану предстоит пережить самое болезненное противостояние в его жизни. Синан решает рассказать все Хазан.
Когда Хазан узнает, что Идже солгала и встретилась с Йыгызом, она не может контролировать себя и принимает меры, чтобы привлечь Йыгыза к ответственности. Фазилет считает, что между ее дочерью и Йыгызом зарождается любовь, и она без колебаний рассказывает об этом Ясину. План Селин работает, однако Ясин делает и другие намеки на Фазилет. После намеков Ясина Фазилет насчет Идже, Идже переходит на сторону Ясина, но эта разборка идет не так, как она ожидала. Пока Селин детально прорабатывает свой план, она становится на шаг ближе к привлечению Ясина на свою сторону. Кирими угловой Фазилет, Кирими же начал давить на Фазилет. Фазилет понимает, что больше не может сбежать, и идет в дом Кирими, чтобы противостоять ему и узнать подробную информацию о большой тайне Хазыма и Гимена. После того, как Фазилет попадает в Кирими, события становятся неразрывными. Хазим пытается убедить Йыгыза вернуться в компанию, но у Йыгыза другие планы. Синан объясняет факты. Синан чувствует себя в долгу перед Хазан и использует свои методы, чтобы доказать свою невиновность. Поскольку мысли Йыгыза о Хазан меняются, он считает, что девушка в номере отеля и девушка, порвавшая чек, не одна и та же девушка, и продолжает оказывать Хазан юридическую поддержку из-за ее непростительной грубости той ночью. Синан хочет избавиться от лежащего на нем бремени и думает, что пора все рассказать. Он звонит Хазан и говорит, что им нужно поговорить. Хазан идет навстречу с Синаном, не подозревая, что с ней произойдет. Йыгыз делает неожиданный шаг навстречу Хазан. В то время как Хазан, которую обманул Нил, переживает самые тяжелые моменты своей жизни, Йыгыз внезапно оказывается в центре того, что случилось с Хазан. Синан, которого не убедило то, что говорит ему Нил, вызывает на себя весь гнев своего отца. Йыгыз, который не может оставаться равнодушным к ситуации Хазан, делает неожиданный шаг. Этот шаг приводит Йыгыза к другой правде о Хазан. Йыгыз следует своим подозрениям по поводу гостиничного номера, пока Синан и Йыгыз пытаются помочь Хазан по-своему, Йыгыз развивает свои подозрения по поводу гостиничного номера. Мост, который Идже пытается построить между своей сестрой и Йыгызом, вызывает недопонимание, которое поставит их обоих в очень трудную ситуацию. Синан, с другой стороны, находится в ловушке между своими чувствами к Хазан и огромным чувством вины, которое он испытывает. Пока Йыгыз пытается узнать правду о гостиничном номере, открытие Фазилет большой тайны Хазыма нарушит все равновесие. Фазилет испытывает большой шок, когда Хазан рвет чек. Ложное признание Синана в своих чувствах радует Хазан. Синан, который чувствует тяжесть событий, которые они вызвали, и Хазан, которая верит в себя, неожиданно переживают другую ночь в своей жизни. Фазилет, которая не может справиться с проблемой проверки, приближается к истине, чтобы узнать тайну между Хазымом и Кирими.